как все мы понимаем, и всем нам больно. 68 полных ему лет смерть забрала, а он ушел невольно. А жизнь его была в самый рассвет. Кем был наш Виктор? Был и есть актером также. Кино, театр, вот чем Виктор дорожил. Линком его родное, дорогое в сердце даже. Нелегкий путь Виктор Алексеевич прожил. И как не тяжело царапать эти строчки. Мы от болезней этих не избавимся никто. У всех есть дети, также сыновья и дочки. Уход родителей им горестнее всего. Родным и близким, всем друзьям, знакомым мы выражаем соболезнования всем им, товарищам по цеху и линкому, кто был в последние минуты только с ним. Мы на прощание молча встретимся глазами и молча попрощаемся в ответ. Пусть летний день не омрачит память стихами, глядя на твой улыбчивый портрет. Спи, Виктор Алексеевич, уже надолго. Пусть память светлая твоя будет чиста. Моя душа ушла на небеса и с Богом. Мы помнить будем так же и тебя. Спасибо, Виктор Алексеевич, что такую лепту внес в кинематограф, что картины будут жить и присутствовать у каждого в сознании. Очень трудно, конечно, говорить в этот день, но тебе большое спасибо. Я аплодирую тебе стоя, наш друг. Светлая и вечная память, Виктор Алексеевич, вам. Земля пусть будет